Guys, с вами Даша Найс, и всем привет, ребята, кто еще не знает, меня зовут Даша, и сегодня я вам покажу снова несколько способов, как можно быстро и красиво завязать узел на скакалке для риска или мастерства. Также это дополнение можно вставлять в танцевальную дорожку. Ну а если вам интересно, то оставайтесь со мной, и мы поехали! Ребят, я вам снова показала несколько способов, как можно завязывать узел на скакалке, а главное быстро и красиво. Ну а если вам это видео понравилось или просто было для вас чем-то полезным, не забудьте поставить под этим видео лайк, а также подписаться на мой канал, чтобы красненькая кнопочка становилась серенькой. Рядышком, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о моем новом видео, и вы смогли его посмотреть самым первым. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, мой ник будет на экране и ссылочка в описании под этим роликом. Также у меня есть своя официальная страничка ВКонтакте. Ссылочка на нее также будет в описании. Ну все, ребят, я буду уже с вами прощаться. С вами была я, Даша. Я вас всех очень сильно люблю. Всех жду на своем канале и в инстаграме. И всем пока!